пропускник наркологического отделения. Доброго вечора вам. Доброго. Я вибачаюся. Ви мені скажіть, будь ласка, можна от как-то вас попросити, щоб ви моєго папу забрали? Ну, а ми ж не забираємо. Почему? Нам привозять. Ну, а можна как-то привезти його к вам? Сьогодні вже ніяк. А завтра? Ну, завтра созвонитесь с врачами, если будет место, потому что у нас отделение забитое. А почему у вас там забито все? Ну, потому что людей много. А почему их там много? Девушка, ну, много людей. Да? Мне просто папа, блин, в танчике играет, я бы хотела его в дурку. Что? Ну, у меня папа в танке играет постоянно, и нам внимания не уделяет. Во что играет? В танки, в компьютерные. Какие танки? В танки. Ну, так это... Мы от этого не лечим. А ну, как не лечить? Он вообще дураком стал полным, он в танки играет. Сейчас я дам трубочку доктору, он вам объяснит. Пожалуйста. Объясните. Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне простите, конечно, я просто не совсем понимаю вот эти вот все вещи. У меня можно как-то папу забрать в больничку? А что с папой случилось? Он играет постоянно в компьютерные игры, в танки. В танки играет. Ну, что еще? Ну почему, блин, он играет, а мне даже время не уделяет и подарки не дарит. А маму он посылает на 3 буквы. А? Что будем... А сколько тебе лет? Мне много лет уже, 18. Еще выбачаюсь, вы меня простить, бо я выбачаюсь. А можно, да, по-русски говорить? Можно, конечно, почему же нельзя? Я понял. Ну, вы не совсем по адресу, не по нашему профилю, да, к сожалению. Ну, а тогда знаете, когда мне тогда вас вопрос? Тогда заберите нашего долбоеба Зеленского в дурку, положите, он задрал уже. Положите его в дурку, блин, вызовите неотложку клоуна, положите его в дурочку, пусть он там лежит, блин. Разберитесь, пожалуйста, блин. Да мне уже надоело вот эти, блин, перемоги вот эти выдуманные. Хорошо? Да, хорошо, я вас услышал. Все, пожалуйста, потому что этот клоун уже задорал, блин. Серьезно, блин. Сколько можно себя так вести? В дурку его туда. Пусть он перемогает там в дурке у себя. Хорошо? Да, хорошо. А папе что передать? Папе? Да, папе. Ну, скажи папе, вашему папе я помочь не могу. Ну да, ему уже никто не поможет, он потому что... Игры в танчики, к сожалению. Угу, в танчики играет. Ну да, постоянно. Он уже и маму посылает на 3 буквы, и меня он вообще не уважает. А я его родной сын. Родной. Понимаете? Понимаю, понимаю. Ну вот и все, блин. Тогда, пожалуйста, помогите мне. Надо тоже его в дурку отправить. В танк со своими танками. Ему компьютер там поставить в дурке. И пусть он там играет себе. Хорошо? Угу. Да-да. Вот. Потому что сколько можно так вот вести себя по отношению к сыну? Я же родной, не подкидной, блин. Он целыми днями вот в этих танках вонючих. А я хочу внимания, ведь я его сын. А он сидит, дурачок, и в танке играет постоянно. А мне очень грустно. Понимаете, Светлана? Я очень грущу. Света. Тетя Света, помогите. Алло. Да, алло. Да, ну что, поможете? Как я вам помогу, еще раз говорю? Это наркологическая больница. Так у меня... А, ну вот как раз Зеленского туда надо быстрее определить. Да что еще раз? Вот Зеленского туда надо.
побыстрее. Определите его там уже, блин. Чё, вы не можете с ним, что ли, там? Вызовите он дурку ему, блин, быстрее. И Да. вам добрый. С чего нам? Вы очень хорошая тетя. Может, вы будете моей мамой? Ну, блин. Хорошая тетя, блин, добрая. А? Шо? Здравствуйте, Достоевский. Меня зовут Алена. Слушаю вас. Алена, здравствуйте. Алло. Я вас слушаю, говорите. Алена, скажите, пожалуйста, вот может такое быть у вас при доставке, блин, что у вас какая-то еда невкусная получилась? У нас все вкусно, что вам не понравилось? Мне не понравилось, как ее доставили мне. Мне показалось, что мне ее как-то со злостью доставили, потому что сама еда, как будто она специально испорчена, блин. Испортили, блин. Да. Мы специально еду не портим. Подскажите, ну не нам, вы, заказ, может быть, я вы вот заказ. Доставщик вас, блин. Он мне насрал в еду, блин. Как будто насрал туда специально, чтобы запах, блин, плохой был. Урод. Номер заказа подскажите. Это ёбаный Delivery Club. Он насрал прям в еду, ёбище. Алло, Света. Я не Света. А как вас зовут? А вас как зовут? Богдан. Я Богданчик. Богдан. Очень приятно, Богдан. Номер заказа мне скажите, я посмотрю. Да, скажите мне, пожалуйста. Я подожду. Вы мне скажите номер заказа, я посмотрю ваш заказ. Ну, сейчас, тетя Света, подожди. Где? А как его посмотреть, где его найти? Ну, подскажите мне мобильный телефон, с которого вы оформили заказ. А вот, подождите, это 228? У нас не так начинаются номера заказов. Да? А как же тогда назвать? Номер телефона вы мне подскажите? Да. А что вам подсказать, блин, еще? Вы мне лучше скажите, можно приехать к вам и покушать нормально? У нас нет ресторана, только доставка. Да? А почему ж вы тогда такого доставщика мне направили, урода? Козла этого вонючего. Вы не подскажите, пожалуйста, телефон, я посмотрю, что вам за доставщик сделал заказ. А вы не хотите со мной подружиться и быть моей мамой? Нет, я не хочу с вами подружиться. Вы мне очень понравились, мне кажется, у вас вкусная пися. Всего доброго, до свидания. Не понял, подожди, Светочка. Алло. Агадина, блин. Да. Да.